Пока россиян пугают запрещенными трансжирами из США, которые могут содержаться практически в любой выпечке и вызывать серьезные заболевания, наши пекари тоже порой радуют покупателей неприятными сюрпризами. Ксения Кашапова рассказывает, как обычно купила хлеб в магазине, вечером накормила 4-летнего сына. Каково же было удивление девушки, когда на следующий день, разрезая буханку, она обнаружила в ней ржавый гвоздь. На следующий день я прихожу домой на обед и решила тоже съесть кусочек хлебушка. Отрезаю, а там бонус в виде гвоздя. Ну, не то, что неприятно, противно. У меня желание хлеб кушать теперь нету. Ксения с мужем твердо решили не оставлять ситуацию и написать заявление в Роспотребнадзор. Хорошо еще, что опасную находку обнаружили взрослые, и это позволило избежать плачевных последствий. Идешь, кушаешь этот хлеб, пока до дома, да, несешь, дети. А представляете, да, то есть маленький гвоздик. Весь пищевод можно сразу себе расцарапать. Благо, это попался гвоздь, который там сантиметров 5. Это не первое сообщение о странных находках в хлебобулочных изделиях. Например, недавно в булке Дарницкого житель Качканары в Свердловской области обнаружил кусок мыла.